Итак, друзья мои, всем бодрое, доброе утро. У кого-то оно бодрое, у кого-то не очень, у кого-то оно не очень доброе. Я еще не поняла, насколько у меня оно бодрое и доброе, но время 7:20, да, суббота, рано. Хотя я проснулась где-то... Собаки меня разбудили в 6, я еще повалялась где-то до 6:30, наверное. Потом я бодренько протерла полы у себя в комнате. Открыла окошко, проветрила все. И вот сейчас налила себе кофеек и ушла на террасу. Карпович. Да, да, Карпович. Вот, я на террасе. У нас приехали вчера дети старшие. Ладик с Олей. Они еще, естественно, спят. А я уже... Потому что собаки спали со мной. Они еще с котиком приехали. И, в общем-то... Поспать мне не дали. Ну ничего, потому что мы вчера ходили в баню. И в бане так было очень хорошо. Ну, после бани вот этот эффект бани, что, наверное, в 11 часов мы уже спать легли. Как-то рано. А сегодня утром проснулась и поняла, что за окном идет дождик. И поливает. Он идет там? Поливает. Вот. Там чай тебе налит. Я уже на террасе готовлю. У меня варятся грибы. Я хочу засолить маслята. Вчера мы с Владимиром ходили в лес с утра. Вот. И то, что насобирали, я хочу закрыть. Ну, там, не знаю, одну-две, может, баночки получится. Скорее всего, одна. Не так много. И ребят вчера ходили в лес. Уже когда приехали, они поздно ходили. Они насобирали беленьких, лисичек. И с этим мы сегодня пожарим картошки. Вот, поэтому, девочки, у меня, видите, день вот настолько начался с такой трудовой бурной деятельности. Сейчас муж выловил карпа, вчера ребят привезли, они сегодня его хотели, не знаю, закоптить или на мангале его запечь, в общем, не знаю. Готовки у меня по минимуму. Ну, а я пока здесь, я хочу протушить капусту. Капусты много. Вот, и я ее пытаюсь все куда-то в дело. Я еще хочу заготовку одну с капустой сделать. Карп очистить. Карпа? Хотел на улице, ведь там дождь идет. Ну, карп, ну, попозже дождик может закончиться. Ну, мне надо, чтобы он... А, ну, это... Как? На беседке. Мне же надо, чтобы его еще замариновать, чтобы он часа два постоял. Понятно, на беседке тогда можно его почистить. В каком корыто? Корыто? Большое? Да. Так, пока я отключусь, соберу корыто. Так, освободила, в общем-то, подготовила Владимиру тазик. Пока у меня лук жарится, капусту перетушить, хочу блины с капустой сделать. Вот. Поэтому вчера-сегодня занимаемся грибами, да, там переработкой урожая. Что-то я хотела сказать и рассказать, и сбилась с мысли. Пока вот сижу, кофе пью, я вяжу шапочку. Сейчас я вам тоже ее покажу. В общем, девчонки, что хочу сказать. Когда идет переработка урожая, да, то это, конечно, требует больших затрат временных, больших сил. И на все это нужно время. Вот я сейчас ставлю на паузу, да. Но я на паузу ставлю не потому, что я там что-то вырезаю. Нет, я просто переключаюсь. То мужу собрала карпа, то лук помешала, то грибы помешала. Вот у меня грибы тут варятся. Сейчас они немножечко поварятся, я их закатаю. А здесь я, девочки, делаю капусту, тушу. Вот, как я и сказала, хочу блины с капустой. Она у меня сейчас пожарится, попарится. Вот, пока все готовится. Но утро для меня вообще самое такое хорошее время для выполнения вот этих всех задач. Потому что я запланировала себе по заготовкам сделать. Я вчера сделала по новому рецепту заготовку.
Не знаю, как будет на вкус, я не знаю. В общем, вот такие вот. Я сделала корейский салат. Первый раз делала. Я хотела икры закрыть кабачковой. Но Владимир сказал, что надоела икра, давай что-то другое. Ну, я стала смотреть в интернете рецепты. Личо все понятно. Личо я раньше делала, это безусловно да. Хотелось чего-то нового. Вот я сделала, у меня 4 баночки. А здесь на корейской терке кабачок, морковь, лук и все, в общем-то. Все, оно уже остыло. Это я вот вчера этим заморачивалась. Но у меня кабачков много. Я попрошу, чтобы сын привез домой. Да, да, моя золотая. Чтобы сын привез домой, я дома сделаю икру кабачковую. Потому что здесь я не успею. Я, может быть, заготовку еще сделаю одну с капустой. Вот кабачки с капустой тоже рецепт. Но я не знаю, насколько получится это, насколько не получится по времени. Просто сегодня суббота. Да, Кор? Кор у меня на руках сидит. Посмотрим, как будет день идти. Пока ничего не непонятно, как будет. В общем, если я не успею, то дома. Так, я хочу что сказать сразу. Значит, насчет наших выкупов пряжи, девочки. Я неоднократно, да, говорила, что когда мы с вами делаем закупку, проходит какое-то время, чтобы ко мне приехал груз от поставщика. Потом я вывешиваю на стене, что пряжа из Екатеринбурга, пряжа из Парсвала, пряжа из Кудели пришла, и можно записываться на доставку. И просила, да, чтобы вы не нервничали, чтобы я не нервничала. Если для вас это не горящий, не срочный, то лучше не заказывать. А если горящий, да, то не заказывать. Вот опять сталкиваюсь с ситуацией. Девушка, я не знаю, нервничает, может быть, переживает по каким-то причинам. Первый заказ из Екатеринбурга, он едет. Он у меня будет во вторник. Почему во вторник? Потому что доставка из Екатеринбурга с деком. По статусу я уезжала в четверг, он еще не пришел груз. В четверг не пришел груз. То есть, если он даже в пятницу или в субботу пришел, мы его все равно забрать не можем, потому что сын у меня тоже здесь, они вчера приехали. И вернутся они только, наверное, в понедельник вечером или во вторник. Поэтому пока мы ожидаем. Ну, сейчас лето, да, ребята на моих отпуск. Поэтому я именно поэтому прошу, что если не срочно, то, конечно, мы заказываем. Если срочно, то не надо заказывать. Ну, чтобы не нервничать потом, да. То есть ваши товары, они все придут. Вы все получите, естественно. Вот. То есть опять я хочу обратить на это внимание. Если не срочно, то милости просим. Значит, мы с вами ожидаем из Екатеринбурга первую, вторую. Вторую еще не отправили. Отправить только в понедельник. Значит, Екатеринбург. Я уже забыла. Ижевск. Воронеж, по-моему. Да, Кудель я буду в понедельник делать рассылку. По Кудели в понедельник выкупимся. Ну, чтобы не было вот этих вот, знаете, недоразумений, девчонки. Поэтому вот я так и прошу, и обращаю это внимание. Потому что все-таки груз-то не у меня, он весь, я же не магазин. Мы же с вами, ну, совместные закупки осуществляем. Капуста молодая, да, она сейчас быстро у меня протушится. Кора. Владимир просто ушел на улицу под дождем чистить карпа, чтобы его засолить. И потом это... Кора! А Криспи с ним ушла, а мелкая у меня. Потому что Криспи охраняет этого карпа, и Коре может не поздороваться, в общем-то. Все-таки бультерьер. Бультерьер и такса – это очень такой интересный тандем. Еще и две девочки. Вообще. Кора. Ну вот.
же капуста еще остается, ее можно потом в салат, то что заготовку я хочу делать. В общем, девчонки, у нас веселуха уже с утра. Привет. Там Криспи охраняет ведро, там она думает карп. У нас весело очень. Прям с самого утра. Криспи сидит в туалете, в душевой кабине стоит ведро, в котором лежал карп. И она его охраняет, она думает, что он там, хотя он уже солится. Так, девчонки, я вот пока делами тут занимаюсь. Да, я в минутке паузы своей вижу, в общем-то, что я вижу, девочки. Я даже на стене опубликовывала, рекомендовала пряжу. Посмотрите, какая у меня шапочка. Какая прелесть. Я подсела на аксессуары сейчас, вяжу вот шапки. Из норки я связала одну шапку, вот, и сейчас вот такую вяжу шапку резинкой. Посмотрите, насколько это ровненько, насколько это пластично. Это будет шапочка высокая, с большим подворотиком, не фиксируемым. Фиксировать я его не буду. Вот. Вот пока только столько. Вот. Резинка. Просто прелестная резинка. И пряжа шикарная. Я про нее вот рекомендательные посты выпускала. Прям все ровненькое. Настолько ровненько. Прям класс. Вот второй моточек у меня заканчивается. И что это за пряжа? Что ты ищешь? Тамоль. А, пряжа. Газал Вул 90. Девчонки, перевернутое у вас изображение. 50 грамм 90 метров. Это меринос. 100% меринос. Достаточно бюджетный меринос. Ну и газал он недорогой. 5 моточков в одной упаковке. То есть 250 грамм. Вот у меня на шапочку второй моток заканчивается. Я думаю, что третий моточек уйдет. Потому что если, ну, второй закончится, да, по идее можно и вот такую сделать. Было шапку без подворота. Двух мотков бы хватило. Вот. А я буду делать с подворотом. Значит, третий моточек пойдет. Поэтому вот... Криспи там, да. Охраняет ведро. Вот, поэтому я прям вот ее вяжу, эту шапку, и от нее прям вот балдею от этой пряжи. От пряжи, от того, как ложится резинка. А спицы у меня номер 5, девочки. Укороченная пятерочка. Прям. А я вчера уже здесь была, кстати, в пятницу, да, потому что я приехала в четверг вечером. В пятницу взяла себе выходной. Так что вот так. Все, пойду сейчас заливать буду грибы. Уже пора. Они у меня уже прокипели. Ну и буду к вам подключаться попозже, по мере возможности, да, потому что круговорот дел очень такой насыщенный, скажем так. Итак, друзья, в общем-то, время 5, наверное, уже вечера. С ума сошла, ты карп, он с ума сошла. Что бы я не взял, думаешь, это карп. Да. В общем, время 5, наверное, где-то. Сейчас есть возможность выйти на улицу. Владимир Александрович подготавливает для мангала, наверное, эту щепку замачивает, чтобы закоптить нашего карпа. Угу. Старшие дети у нас уехали, скоро приедут. Погодка хоть разгуливается, может быть, получше завтра, потеплее. Я взяла вязание с собой. Все, вторая побежала. Все, всю деревню подняли. Где-то мелочь-то.
Глянем, что там это. Где? Накрасил я. А, сейчас. Кто там? Кто там? Дети бегают на велике. Прям оживленно. Ну потому что уже хоть солнышко выглядывает потихоньку. Да нет, у меня карпа. Криспи все охотится, у нее тихая охота за карпом, в общем-то. Когда начинается хорошая погода, кора не грызит и эту фигню. Даже и люди вылезают на улицу, да, это вообще классно. В общем, кучу дел я переделала, наготовила еды. И картошки пожарила, и суп сварила, и кабачков нажарила. Никакими заготовками. А, еще и кот идет. Никакими заготовками, в общем-то, я не занималась. Вообще некогда было, устала уже. Пока все полы помыла. На первом этаже везде помыла. В комнатах, в коридоре. Все проветрила. Потому что прохладно, когда не хочется открывать лишний раз. Что еще я делала? Ну, обед я приготовила, да, кастрюлю супа, сковородку, картошки с грибами, салат. Кашу молочную сейчас сварила, кабачки нажарила. Просто кругляшками в муке обваляла и нажарила. Когда свои, вообще очень. Еще вкуснее, мне кажется, вдвойне. Вообще шикарно. Потом вышла, немножко поковырялась на грядке, выдрала грядку с зеленью и пересеяла свежей зелени. Там рукколы, петрушки, не знаю, шпината, что-то еще. В общем, что нашла, то и посеяла. В помидорах поковырялась немного. И вот сейчас вышли на улицу. А то когда дождь, и на улицу ты не выходишь. А, ты уже вторую часть покрасил? Владимир Александрович сдает работу. Тут было обито это USB. Вишенки. Ага. И все покрасилось, в общем-то. Ну, чтобы защита от дождя. От влаги. Вот. Сегодня дядька приезжал, предлагал курочек. Мы почти купили. Да, да. Надоил бы, если бы одну взять. Ну, я не хотела одну брать. Одну курочку брать, это несерьезно. Минимум надо было 5-10 брать. А к такому количеству мы еще морально не готовы. У нас еще не закуплены эти кормушки, поилки с кормом. То есть я хочу сначала подготовиться. А потом уже завести. Хотя очень хотелось. Сколько он? 450? Да. Несушки коричневые, он сказал, у него и белые, что ли. Ну, какие-то назвал эти, я не помню. Ну да, да, какие-то породы. По 450 рублей. Вот, ну, мы не взяли. Все должно по плану. Как запланировали, мы на следующий год. Еще VIP-курятник не до конца готов. Еще этих нету. Комплектующих. Да, это надо было бы срываться, сразу ехать в магазин, кормушку, поилку, корм. Этот комбикорм или что, чем там кормят их, я не знаю. Я вообще хотела купить зернодробилку и самой зерно дробить. Но я думаю, что такую приблуду я куплю, когда я тут буду жить. А когда вот так, когда будет на хозяйстве Владимира Александровича, комбикормом будут они питаться. Так ему проще. А ты уже коптить будешь сейчас? Отойди. Вов, а. Ты коптить будешь? Нет, сейчас у нас шашлык будет жарить. А, сначала шашлык жарить? Да. Понятно. Тут уже кора, видишь, разрыла. У нас же такса, норная собака. Что она с камнем каким-то играет? Так что вот так. У Криспи комар на ляжке, она крутится. Поймать не может. Девкам тут хорошо вообще. Тут нора уже кора расковыряла. Вот там она что-то прикалывается, с камнем каким-то играет. Корс, что тебя он приколол? Так что так. Ждем.
наших, когда приедут. Хорошо. Когда погодка начинает улучшаться, это вдвойне хорошо. Красота. Лепота. Повяжу шапку с собой мне. Так что, да, лавочку вытаскиваем. На свежем воздухе повязать хорошо.